Ну, скажите, вы прочли наш сценарий? Ну, вообще, я прочел, конечно. Что-то мне понравилось. Вы знаете, я ведь с детства люблю голубчик. Какие сказки? Зачем вы меня обижаете? Я похож на режиссера, который рассказывает сказки. Сказка – ложь, да в ней намек. Только вдумайтесь. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, а детка за репку. И никто ни за что не отвечает. А на дворе трава, на траве дрова. Вывести же не на чем. Вот это проблема. А Василиса прекрасная, Василиса премудрая. Это же вечный спор, что лучше, быть красивой дурой или умной уродиной. Вот тогда я ему возражаю, говорю, извините, но женщина может быть и красивой, и умной, голубчик. Это научная фантастика. Я этого не снимаю. Слушайте, то есть вам что, не надоело ваше лицо? Ну, я не знаю, но... А что вы предлагаете? Давайте поставим на нем крест, а? Вы знаете, это лицо уже свое получило. Давайте пойдем от внутреннего к внешнему. Вот давайте, вот вы баба-яга, да? Вот у вас есть такой текст. Избушка, избушка. Встань ко мне передом, к лесу задом. Давайте. Ну, давайте, давайте. Не знаю, избушка, избушка. Встань ко мне передом, к лесу задом. Нет, это я не верю, нет, это не убедительно. Во-первых, не видите ни избушки, ни бабы, ни леса. Ну, вы же не чистая сила, ну, вы напугаете меня, ну, мимикой, как-то жестом. Не знаю, избушка, избушка. Встань ко мне передом, к лесу задом. Вот уже хорошо, лучше, теперь пошевелите ушами. Ушами я не умею, голубчик. Ну, чему вас учат в ваших театральных институтах, его? Ну, вообще, я не вижу вашего отношения. Отношение к избушке. Это же не просто избушка. Это избушка на курьих. Кстати, вы любите курицу? Ну, я не знаю, вообще люблю. Ну, так покажите, чтобы я это увидел. Не знаю. Избушка, избушка. Встань ко мне передом, к лесу. Вот, хорошо. Нет, все равно, курица абстрактная. Это вообще курица, понимаете? А вы вспомните какую-нибудь конкретную, я не знаю, курицу, я не знаю, жареную, вареную, там, печет. Какую вы любите? Я не знаю, я люблю цыпленка табака. Прекрасно! Убедите меня, чтобы я чувственно, как-то, ну, явственно вот увидел этого цыпленка табака. Вот с цицматом, с зеленью, я не знаю, с острым соусом ткемали, белый хлеб лаваш, красная гурийская капуста. Ну попробуйте, ну. Да, мне избушка, а избушка, а встань ко мне, дам к лесу за. О, хорошо, ведь можно. Боже, ну я все понял, а? Это роль для Кикабидзе. А, вас, голубчик, я буду иметь в виду в следующей ленте. Тысяча и одна... Ой, гарем, стражники, адалист, и в центре вы. Кто? Евнух. Нет, я уже вижу вас, Евнуха. Ну, голубчик, конечно, придется поработать, но не будем о грустном.